Вот воскресный день, мы приехали на ягоду к аренду. Тут что есть остатки, остались, собираем черное и такая желтоватая цвет. Брат Георгий у нас тут отдыхает. Делает различные упражнения. Во, Николай тоже. Кто хочет присоединиться к братьям? Скажет, аренда объелся. Галлюцинации пошли. Аренда объелся. Ты недавно говорил, что там это упражнение дает, катание-то? Все. Что все? Все не хватает у человека. Надо делать кувырки. Вообще кататься самое легкое же. Решили дальше не ехать. Домой кто нашел? Вот катайся. Да. Постой, а тебя раздавишь, у тебя упал. Раз, да. Кувырок, самое лучшее упражнение. Да, самое. Опа. Делай. Пока это тупец Дмитрия, какой сын был, как он родился с третьего этажа. Брат, будь аккуратней. Потемнело в глазах. Я думал, я страус лайк. О, ничего себе, на литру собирали. Ну, ребята, поехали. Все, с Богом. Слава Богу, слава тебе, Господи, слава тебе.